Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Эппи Фокс, и сегодня мы с вами будем играть в Call of Duty Black Ops 3 Zombies на карте по названию One Window Challenge. Собственно говоря, мы начинаем. Так, карта у нас загрузилась. Так, первый раунд, тут у нас сразу же есть сундучок, одно окно. Офигенный вид с платформы, также все перки, и также можно еще бегать по стенам, да. Так, давайте сразу же включим электричество. Так, о, отлично вообще, отлично, давайте сразу же поехали мясо рубить. Сразу же открываем сундук, заделываем окно. И что нам выпадет? Это, по-моему, ИЦР, да? Да, и ЦР-1. Ладно, нормальное оружие. На первый раунд хватит. У нас что, волшебный ящик? А, это тоже волшебный ящик. Так, зачем я это сделал? В принципе, их сейчас можно с пистолета пока что убивать, чтобы патроны на ИЦР-ки не тратить. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нормально. Нам бы Джаггерфанту сразу же сейчас прикупить. Она тут есть, она тут есть. На нее надо 2500. Хотя, зачем нам сейчас Джаггерфанта? Давайте лучше ящик покрутим. Кстати, текстурка странная. Дракон. Ну, давай. Не. Очков мало. Слишком мало очков. Нормально, нормально пока идем. Я думаю, точнее, я планирую выжить хотя бы до 25 раунда. Там дальше уже можно будет посмотреть, что да как. Вообще-то, по-моему, есть покупаемая концовка. Но я не уверен. А, кстати, а да, где она? Ага, вот, 75 тысяч. Значит, мы все-таки пройдем сегодня эту карту, я надеюсь. Так, пока нормально все идем. Но это пока. Еще всего лишь четвертый раунд. Так, давайте-ка купим заветную фанту. Блин, нам бы, наверное, Quick Revive не помешал на самом-то деле. Первым делом купить. Я что-то сразу же за Джаггер фанту взял. Сколько он тут? 500 стоит, да? О! Нормально. Можно очки пофармить. Давайте этим займемся. А как? Не прям тут будут? А, не в натуре. Прям на этой будут спавнить. А тут есть ограничения по перкам? О! Спокойно. Так, ну а все перезаряди. Все перезаряжено. Нормально. Максимум патронов. Так. Сюда ложился. Давайте-ка еще. Подождите, а там что тогда? А, тут тоже. Another location, я понял. Типа их два. Но при этом работает какой-либо другой. Или как это, я не знаю, как это... Возможно, это типа для коопа сделано. Один игрок в одном месте покупает, другой в другом. Ну, я понял суть. Нам надо какое-нибудь нормальное оружие выбить. Дракон, он, конечно, хорош раунда так до 20-го. Ну да. Второе видео подряд. Тандерган. С кейса. На первых прокрутах. Нормально. Так. У нас уже 2600. Давайте купим двойные патроны. И, в принципе, ждем дальше. Кстати, вид довольно неплохой. Прям реально. Вот там то ли деревья, то ли дома. Не понятно. Деревья, скорее всего. Нам надо пинок мула обязательно сейчас купить. А там уже отталкиваться от ситуации.
Потому что вдруг мне выпадет сейчас какой-нибудь фрейган, допустим. Выпасть-то он не выпаден. Ага. Нет, все-таки придется первым делом купить. Ну, почти рейган. Пискипер, кстати, как в прошлом видео. Второй раз подряд с ящик. Нормально. Так. Значит... А, так у нас же есть рандомайзер. Он, по-моему, недорого стоит. 1500 всего лишь. О, это, кстати, хороший перк. Ну, в принципе, карта довольно-таки несложная. По крайней мере, пока что. Пока патроны не кончились. А, так... А, ну тут... Да? Наверное. Я не знаю. Тут ограничения по перкам есть? Нет. 4000, давайте... Да, нету. Хорошо. Отлично. То, блин, купил случайный перк, а вдруг у меня не будет этого... Пинка мула, и что я буду делать тогда? Так. СВГ 100, ну такое. Почему я снайперка называю таким себе оружием, даже если они ваншотут с первого раза? Очков мало очень дают. В начале игры они абсолютно бесполезны в плане очков. Вообще. Ноль импакта просто вносит. Это что? L4 Siege. Ну, кстати, если его улучшить, это довольно неплохая штука. Я думаю, можно оставить. Так, ладно, патроны пока есть. Что представляет из себя вот это оружие? Это вот такая вот штука. Вы представьте, если ее улучшить, что будет? Это же ужас просто. Смерть всем неверным, кстати. Реально годная вещь. Ну, по-моему, насколько я даже знаю, в оригинале я ее, по крайней мере, ни разу не видел. Это, скорее всего, кастомное оружие. Либо оно есть, но в зомби-режиме его нету. Так, ребята, у нас заканчиваются патроны, надо срочно купить оружие. Аргус, серьезно? Блять. Просто, бля. Это не оружие. Давайте что-нибудь другое. Вивил? Нет. Это тоже не оружие. Конечно. Блять, ну 13-й раунд. Какой вивил? Угораете, что ли? Блять, можно же было улучшить, наверное, пискипер. Чё-то я об этом заранее не подумал. А ящик-то где теперь был? А, там же есть платформа. Все, вспомнил. Вспомнил. Ну, у меня как бы 10к, я все прекрасно понимаю, но... Тут слишком много зомби. Чтобы сейчас идти и крутить оружие. Отлично. Где вивил? Давай. Берси, нет. Другое. Блять, там такие хорошие оружия проходили. Ну что вот это? Что это? Man of War. Вот, уже что-то. С ним хотя бы до 25-го доживем. Хотя на самом деле хотелось какое-нибудь другое. Да. О! Нормально. Так, и улучшаем. Давайте L4 Siege. Так, перезаряди. Нормально. И еще купим спид-колу. Ну все, прохождение начинает набирать обороты, как говорится. One Window Challenge. L8 Sirius. Синеи.
Я хотел просто Thundergun на что-нибудь менять потом. Увидел MX Garant и перехотел. И главное не упускать особо далеко за это окно. И в принципе это все. Потому что если выпустить их слишком далеко от окна, у тебя не будет какой-либо защиты. И они будут все вылезать и вылезать. А так у тебя хотя бы есть какое-то время, чтобы перезарядиться, пока они эти планки и досок ломают и так далее. Так, 4000 у нас уже. Можно еще что-нибудь, перк какой-нибудь купить. Например, PhD флоппер нам обязательно понадобится. И за 3000, что у нас еще? Вот, эликсир гриф, допустим. Я попробую сегодня все перки собрать. Блять. Ну, это, конечно, плохо, что у меня эликсир гриф есть, а он... Ну, вы сами понимаете. Не, их все-таки надо уже выпускать, потому что патроны, сами знаете, не бесконечные. О! Патроны заканчиваются, в этом вся проблема начинается у нас. И при этом, как назло, не падают перк на патроны. Так, у меня уже 4700. Да. Вот и начались первые проблемы с патронами. Да вы угораете, да? А, не, хотя мне это на руку. Так, армада. А? Ой, ладно, нормально. Блять. Ладно. Что уж сейчас поделать-то? Так, у нас 5000 есть. Мы покупаем следующее улучшение уже для электроорудия. Это у нас сколько стоит? Это у нас нисколько не стоит. А, он у меня есть. Это этот подниматель. Чертов. Ладно. Собственно говоря, давайте их потихоньку выпускать уже. Вот с эликсиром гриф их выпускать вообще одно удовольствие. Вон и бонусы начали падать. Вот, патрончики пошли. Вообще отлично. Нормально. Так, у нас 5000. Нам надо купить Widow Wine. Так, PhD-шка у нас есть, да? Так, Widow Wine. Электрик черри бы еще, да и стамина не помню. Хотя, чё, зачем тут стамина? О, это хорошая тема. Особенно на этой карте. Маленький армии. Блять, все проебал. Дракон, нет, спасибо, не надо. Да. Так. Так, значит, покупаем стамину. Покупаем электрик черри. И дедшот для компании купим. Да. Патроны неумолимо заканчиваются. Да. Это ужас. Так, нет, надо срочно что-то открывать. Нормально. Ну, явно не XM, блядь. Извините меня, конечно, но... Явно не он. А я туда упасть могу? Могу. Нет, это тоже не подходит. Ладно. Так. В общем, убиваем что-нибудь нормальное. Да ну ёшкинку. Принеси мне их души. А вот это вот мне надо. Так.
Так, нормально. Надеюсь, всех скошу. И как мне это забрать? Нет! Ну, я же сказал, что до 25-го раунда проживу. Я прожил. Ай, жадность губила фраера. Ладно, что уж сейчас поделать. На этом я с вами, ребят, попрощаюсь. Всем спасибо, что посмотрели данное видео. С вами был я, Эпифокс. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Всем удачи и всем пока.